Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить Вампиров Маскарад. Только что завершился стрим, я сразу сел записывать. Комментарии, естественно, я по игре прочитал. Но я забыл, что там. Но, по-моему, там по поводу прохождения ничего там. Насчет оборотней, что ли? Что-то было написано, еще что-то. Так, подожди. Куда мне идти надо было? Вот что-то я забыл. Ладно, сейчас найдем, в принципе. А, я вот сюда вроде как-то пролез. Да-да-да, мне вон туда надо идти. А вот как вернуться туда? Так, ну тут я точно помню, что я не пролезал. Значит, соответственно, я где-то здесь прошел. А еще вот что я вспомнил. Я вдруг вчера вспомнил, что оказывается у меня много дисков официальных с играми есть. Я об этом вообще забыл, прикинь. И так получилось. Ну, я позвонил, короче, все, чтобы она... диски эти нашла. И вот там среди дисков были Симпсоны, Бей, беги. Я вспомнил, вот они откуда, я вспомнил. Я ж помню, что там что-то пытался в них играть, но у меня старый ноутбук был настолько говно, что как бы там он вообще ничего не тянул. То есть мне накупили в подарки дедушки с бабушкой, типа, много... много разных игр, но там вообще ничего не тянуло у меня на старом ноутбуке. Там максимум Марио и то. Такое себе. Короче, я там играл тупо в эти Алова игры. Вот почему у меня на канале периодически будут Марио игры. Фу, Алова игры появляться. Потому что это с детства, как бы я их еще помню. Так откуда по мне все щипали? А, прямо оттуда, да? А я могу взломать? Сейчас? Серьезно? Ой-ой-ой, какая плохая идея. Но она сработала. Но плохо сработал, не повезло. Короче, очень много игр нашел дисков. Блин, но передать сюда не получится ко мне. 1000 километров, как-никак. Блять, надо было сохраняться, пиздец. Там было Симпсоны, Бей, беги. Так вот, и знаешь что? Я думал их как-нибудь засунуть в Steam себе. Но я не знаю как. Там некоторые пишут, что на некоторых дисках есть этот стимовский ключ. Но нет, на этих нет, потому что там типа... брали диски, которые чуть дороже, они идут золотая коллекция. Там несколько сразу игр идет. Вот, у меня там много. Есть и одиночные игры, есть и не одиночные, где несколько игр на одном диске. Разные, но я думал, пиратка, не пиратка, но я сомневаюсь. Но один там точно, я знаю, что пиратка, а другие вроде бы по магазинам покупали, причем разные люди покупали, причем в разных магазинах. Так что, ну, там штук сколько, 8-10 дисков где-то. Какие-нибудь из них это точно должны правильно быть не пиратками. Так, пока я сюда дошел, сохранюсь. Вот, я сидел, думал, как же их добавить. Ну, просто одна из этих игр прям реально очень классная. Я думал, ну, тебе понравится. Я посмотрел, я прям в восторге. В магазине она стоит, блин, денег в Steam. Причем немалых, ну как немалых. Хотя в любые деньги это немало. Но одна прям там шикарная, я в нее очень хочу поиграть. Вот качать какую-нибудь пиратку я не хочу. Я поискал в интернете, по разным форумам полазил. Ну, форумы это я называю так, ответы Mail.ru. Короче, мне говорят, что, мол, покупай в Steam отдельно, если хочешь, чтобы в Steam была игра. Но нет. Я не... это смысл покупать вторую игру еще раз, правильно? У меня получается много дисков, которые я ни разу так и не играл. Ну как, максимум запускал и все. Что ноутбук тянул. И все, это получается максимум. И что, я в них не играл, и мне и заново их покупать? Ну это очень обидно, слушай. Я могу, конечно, их типа скачать на диск, чтобы она мне файлом отправила установщик. Ну, во-первых, это то же самое, что пиратка, а во-вторых, это этот. Оно тогда в Steam не будет достижений. Я за достижениями не гонюсь, но просто в целом прикольно было бы, знаешь. Чтобы потом когда-нибудь, если я захочу себе достижения собирать, чтобы они у меня уже сразу были. Просто не хочу потом по 10 раз одни и те же игры перепроходить только ради достижения. Вот так вот проходишь, сразу видно, что есть, что нет. Я все равно, конечно, отключаю, но все равно. Было бы прикольно. Так вот, я искал, как это все сделать. И кроме, как говорят, покупая заново игры, я ничего не нашел. Может, ты знаешь как? Потому что я знаю, что можно зайти типа магазин, там библиотека, сторонние игры, добавить сторонние, но это тогда не засчитывается в основном... Нихера себе у вас там. Да там все с дробовиками, как я туда должен? Ай, а как? А, вы сами пришли.
Так, заколебешь. Знаю, что можно добавить как в сторонние игры, но тогда это не будет. Это будет просто красивенько, но это не будет как основные те игры, которые я именно проходил, прохожу. Этого я не хочу так вот делать. Мне нужно, чтобы все было хорошо, чтобы все было ровненько. Может, ты знаешь, как это делать? Просто я знаю, что, например, Сталкер... Во-первых, мне писали, что если хочешь добавить, то там должен быть ключ в диске. Но, во-первых, ключи не во всех дисках, это раз. Во-вторых, просто добавить это не тот вариант. И в-третьих, ну, покупать еще раз это тупо, я думаю. Тем более, идеальные диски... Там даже коробочка, как с магазина, потому что все один раз открывал, пытался установить, нихера не работает. И все, я их убрал в тумбочку. И просто ни разу не использовал. Ну, тогда ноутбук, как тебе сказать, какой он был? 32 бита. 32-битный, даже 64 бита не тянул. Ну да, и я уже, в принципе, сказал, да. И только игры от Alavar он и тянул. То есть такое себе. Покупали в первый раз, никто из нас не разбирается. Никто из нас не разбирается, тогда в играх тоже не разбирались. Купили мне просто в подарок. Очень жалко, понимаешь? Пропадает просто. Просто пропадает по факту диски. Ой. К тому же у меня здесь еще и дисковода нет. Я не брал с расчетом то, что я вспомню, что у меня, оказывается, дисков много есть. Ой-ой-ой, вы уверен, что прям прыгать? Так, может, в принципе, если у тебя есть варианты, как можно их добавить, было бы отлично, я бы на тот ноутбук установил эти игры, там бы включил Steam и в Steam их бы загрузил. И тогда на этом компьютере уже мог бы специально аккуратно установить со Steam уже свои игры. И все. Что-то этот оборотень слишком много хп мне снес. Мне не нравится. Так, тоже сохраняемся. Ну, короче, в общем-то, вот. Помнил, что игр куча есть. Вот я-то думал, откуда Simpson Baby Hit. Да, даже у меня даже интернета не было. Я думал, ну как я его мог с какого-то там сайта скачать? А вот оно, оказывается, как. Просто раньше диски были. Я так про них забыл. Я прям не ожидал, что я могу прям реально взять и забыть. Вот почему, кстати, вот эти вот светятся. Да ты... Ой-ой-ой, а вот это вот нечестно, ты туда забрался, как я? Ну не пидорас, а? Он попал в ту точку, где я до него достать не могу, и начал по мне шмалять. Ну конечно, я понял, что мне дробовик нужен, но я не успею быстро переключиться. Тут нет патронов. Другой чунь. Аук, нет, я хочу дробаш взять. Так, первого я могу вот так вот снять. Давай я даже еще раз хп себе пополню. А смотри, в чем прикол. Я исцеление кровью жму, но оно не пополняется. Смотри, я могу хоть 10 раз вот так вот нажать. Сейчас я не буду, конечно же, у меня почти кончилось. Лево, оно не обновляется. Кровь. А хп, фу, а кровь-то саму у меня забирают. Это нечестно, какого хрена? Охренеть просто. Тут кидалово, конечно. Там, короче, не хочу пока спойлерить, что за игры есть, но, блин, одна там прям реально шикарная. Просто если я скажу, ты посмотришь хотя бы по картинкам или трейлер игры, ты точно захочешь сам ее пройти. Я прям стопудово уверен. Но, правда, я там думаю, там по управлению, скорее всего, полная пизда. Хотя, можно, конечно, сделать там с помощью одной кнопки управления. Но я думаю, это будет тупо выглядеть. Так, подожди, у меня есть что тут выбросить? Да нет, ничего выбрасывать я не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой. А где он там был? Вот как они рассчитывали, что я тут должен проходить? Шикарно. То есть должен бежать, и меня будут шмалять в это время. Зашибись. Так, бежим, 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 бежим. А это что за? Ни хрена себе. Что за светящийся чувак?
какой-то огонь делать. Слышь, ты что, колдун ебучий? Ты что за колдун ебучий? Слышишь, он еще и живой до сих пор. Отлично. Хера себе, у меня еще и колдуны тут будут, что ли? Вампиры, оборотни, колдуны. Сука, да них же, вот этих. Сука, я еще и не могу залезть до него. А, зашибись, он отлетел туда, где я его не достану. Куда ты там бежишь, слышишь? На что ты надеешься? Позволь, что у них хотя бы просто пистолеты. Да-да, конечно. С ножом еще побегут на меня. На, на. Короче, как тебе сказать примерно? Ну, одну я игру точно не буду говорить, что за игра потом. Есть Payday The Heist, вроде называется. Ну, а что ты хотел, мне игры примерно в 2012 году покупали. Вот там примерно все такие игры. Потом, типа, не Forza 2012, как это? Игра называется в гонке, тоже самые знаменитые. Типа, футбол это FIFA, а там Формула. Во, Формула 1 2012 есть. Потом Шерлок Холмс, Нэнси Дрю, такие вот игры. Одну игру, которую я не буду говорить. Потом Прототип есть. Старенькие, конечно, игры, но... Бля. Но я думаю, в любом случае их, скорее всего, буду проходить. А так, может, есть возможность добавить. Никого здесь больше нет. Ох. Ух ты. Слушай, нельзя так быстро бегать. Ты видел, как он рванул ко мне прям? Да ты... Запарил этот чувак. Так, нет, сохраняемся, но его нафиг. Я через дробовики только что прошел. Слушай, какой большой этот дом. Херась. А, ну все, я думаю, это финал будет. Без какой-нибудь босс. Ну, в принципе, я молодец. Пакетики с кровью я сохранил. Ух ты. Уже крови. Класс. Атмосферка, конечно, шикарная. Да, кстати, и ту игру, которую я прям хочу пройти, ну прям реально хочу. Там даже графончик хорошенький. Прикинь, кто бы мог подумать. Ну просто прям реально шикарный. Ох ты. Ух ты. Я ж тебя убил! А, это ж либер... Запах твоей крови, юная Кейнит. Такая могущественная, сильнее, чем в прошлый раз. Я чую ее даже сквозь кровь моих павших собратьев. Ну разве ты не удивительна? Я удивительно, я еще да, я еще та бич. Я вспомнил, я же его тогда не добил, у него чуть-чуть капелька крови осталась, и он исчез. Так, разве я тебя не убила? Ладно, надо завершить начатое. Кукла, сила твоей крови это все, что предохраняет тебя от тебя самой. Несчастная слабоумная полукровка. Кровь тебе потрачена впустую. Впустую. Капец, у него руки волосатые. Так, впустую она потрачена на тебя. Понял? Ну так вот, сам дурак. Жалкая невежественная марионетка. Ты слепа. Саркофаг должен быть уничтожен. А почему? Очень жаль, но этого не случится. И что, что по-твоему произойдет? Я сделаю это сам, если нужно. А ты... Ты будешь очищена. Эта кровь, и к ней она обращается. Крови своих пешек. Вся она должна быть очищена. Чувак, ты сам все проваливаешься. Постой, что произойдет, если открыть саркофаг? Подожди, сохранится. Отлично. Нихерася. А ты чё за козел такой? Смотри, он в козла какого-то. Ух ты, ты даже так можешь? Круто. Но это очень тупо. Ты серьезно против меня решил таким говном? Просто прыгая в воду? Бля, чувак, слушай, на меня это не проканает, я ж тебе себе... Я случайно использовал. Нахер я это сделал? Я же мог просто жуков использовать. Так, еще раз. Ох ты! Слышь, а я не рассчитывал, что ты прям сразу на меня прыгнешь. Жуки, все? Ой, чуваку, конечно, не повезло. А, подожди, у меня же есть еще огнеметик, правильно? Сейчас я его тоже забагаю. Ай, блядь, у меня он кончился. Я его хотел забагать тоже.
А, я что-то забыл, что по этой воде тоже можно прыгать. По лужам крови. А, ты вверху все это время был? Ой, сори, я тебя не заметил. Ты настолько никчемный, что я даже не обратил внимания на тебя. Че, обидно, да? Наверное, тебе очень обидно. На тебя, сучка, еще раз. Так, а теперь мне срочно, пока он уплыл, нужно использовать чашу, во-первых. А, у меня же чаша еще это есть. А потом. Исцеление кровью и теперь... Подожди. На тебя, ворон. Понятно, они что-то не сработали. Так, я слышу, он где-то вон там должен сейчас быть. Так, а теперь я что-то потерял его. А вот ты где. А чё у меня... Не понял, а чё я его не мог бить? Сейчас. Так. Меня бесит, что... Вот смотри, чё она сейчас замерла. Так, во-первых, сохранюсь, я ему довольно-таки много снес. Во-вторых, давай-ка исцеление кровью и... Где она там, ночные вороны? Вот. Но это не то, что я хотел. Ладно, еще раз исцеление кровью. Жуки. Там... Какой же вот этот вот ебучий топор? Говно. Так, все, я лучше буду это использовать. Да, он бьет намного быстрее. Давай, почти выиграл. Но теперь мне надо, во-первых, исцеление крови взять. Во-вторых, быстренько пополнить. Где у меня пакетик с кровью? Вот он. А тут что, кольцо? Я его что, еще не продал? Ой, не-не-не-не-не, подожди. Блять, я думал, я жуков сейчас использую. Ой-ё. Инвентарь перепонял. Да ты затрахаешься своим. Отлично, инвентарем. Теперь я его и узбил. Факел? Нахуй мне факел нужен. Но я его взять не могу, инвентарь переполнен. А что я могу типа выкинуть? Ну это вроде все неплохое, но топор. Топоры, давай будем откровенны, он мне сейчас нахер не нужен. Он тут самый слабый. А, вот где я могу посмотреть, сколько урона кто наносит. 34, а это 44. А, это в разы больше урона наносит. Здесь дальний 16, здесь 13, 2. Моего урон 2. Требуем навык 7. Оружием 10. Ну, хуй знает. Но это в любом случае он сосет по всем параметрам топор. Хотя тоже не очень. Вот это вот, Сингинто. Говно полное по сравнению с любым другим оружием. Нет. Ухти, вообще 22 урона. Вот его, я думаю, можно выбросить, чтобы посмотреть, сколько факел просто наносит. И сейчас, если факел тоже говно, то мы его лучше выбросим и когти заберем. Да, я понял. Дайте мне мои когти, во-первых, а во-вторых, смотри, сколько опыта дали. Сейчас, в принципе, можно будет посмотреть, что мне лучше всего использовать. А как мне теперь отсюда выбраться? Наверное, вот как-то вот сюда. Оп, отлично. Это слишком легко было, слушай. Это было прям слишком. Сохранимся на всякий случай. Я чую подвох. Но не может быть так легко. Блять, ой, сука. Тебе, сородич, ты сейчас среди друзей. Серьезно? Рад видеть тебя, Мингжао. Приятно, когда тебе рады. Хорошо, что изматывающая вражда наших народов не отравила твоих суждений. Мне ничего не надо, вражда. Что ты хотела? Изматывающая вражда? Нет. Клинки твоих агентов у моей шеи? Да. Ты не сделала ничего, чтобы вызвать мое недоверие, Мингжао. Истинный друг в смерти, как истинная любовь, воистину редок и сладок. Всегда будь способна вкусить это великое благословение. Слушай, давай чуть быстрее, потому что если бабка успеет до меня дойти, это нарушение маскарада будет. Истинный друг или друг по необходимости. Это было бы славно. Я встретила пару твоих агентов, они не разделяли твои точки зрения. Мы можем помочь друг другу, да. Но разве это в таком случае мое восхищение не может быть искренним, сородич? Разве дружба может основываться ни на чем? И ей обязательно быть бескорыстной, чтобы быть настоящей. А, возможно, ты права. Ты говоришь загадками. Я встретила пару твоих. Ты заебешься своими агентами. Язык бессилен, если ты просто мертв. Иначе ты вкусишь эти благословления.
Твои глаза способны воспринять мой облик, и твоя кровь по-прежнему тепла. Неужели твои органы умерли столь выборочно? Как ты меня здесь нашла? Я жду момента, когда мой путь пересечется с чужим. Как? Прояснится в скором времени. Не стоит пытаться, твои агенты тоже так умеют, я наткнулась на парочку. Разумеется. Братья Чанг, мои лучшие агенты, уничтожены юным бойцом Лакруа. Очевидно, что твой путь намного значительнее, чем мы предполагали. Это походу я. А что там насчет союза между вами и Лакруа? Почему они пытались меня убить? Прошу прощения, но мне пришлось замочить этих ребят. Похоже, это произвело на тебя впечатление. Мы с Лакруа заключили соглашение. Обоюдовыгодный договор, чтобы выдворить меньшие фракции из города. Угу. А почему ты не рассказала мне об этом раньше? Так что ж произошло? Жажда Лакруа заполучить анкарский саркофаг превыше множества связей, в том числе и со мной. И я, подобно тебе, была использована им в его стремлении к могуществу. Угу. Похоже на правду. Лакруа боялся Алистера Граута, первородного Малкавиана, ибо проклятая проницательность его рода оказалась сильна и подвела его опасно близко к правде замыслов Лакруа. И что же? Лакруа увидел возможность избавить себя от двух проблем. От грубого лидера мятежников и проблемного первородного одним ударом. И как видишь, я была частью его плана. Какого черта? Как ты... Не понимаю. Лакруа убедил меня, что союз Камарии укрепит позиции Квейджи. И таким образом, с моей помощью князь обвинил Найнса Родригес в убийстве Алистера Грамма. Во-первых, это нечестно. Это было в идее одной из моих мультиков. Вот такое вот превращение, которое... Ах ты, парна, сука. Значит, это я тебя видела на входе в особняк Граута. А зачем тебе понадобилось укреплять свое положение? Просто поразительно. Как ты это делаешь? Дисциплины моей дхармы наградили меня навыком маскировки. Весьма полезный инструмент, как видишь. Это маскировка? Значит, это я видела тебя в особняк Граута? Да, тебя сделали свидетелем. Твоя политическая наивность сделала твои слова безупречными. Никто бы не поверил твоему рассказу. Лакруа вновь использовал тебя ради своей выгоды. Умно, так зачем тебе не нравится? Что-то я вообще потерял весь суть разговора. Она меня хочет, если настроить против Лакруа, так и скажи, что ты, блядь, хочешь? Умно, так чем тебе не нравится этот союз? Сейчас звучит неприятно, но почему ты мне все это рассказываешь? Отношения сильно ушли. Да, сегодня я переиграл явно. С тех пор наши отношения ушли слишком вперед. Какая теперь разница с саркофагом Лакруа? Вот что я скажу, сородич. Саркофаг был запечатан на века. Лишь нужный ключ может снять эту печать. Этот ключ теперь хранится у Квейджин. Без него этот трофей невозможно вскрыть. Тот как Квейджин. Понятно, спасибо за откровенность, Мигджао. Осознай мою искренность, сородич. Постарайся достигнуть своей цели прежде, чем твой путь оборвется. Надеюсь, в следующей встрече мы вновь будем друзьями. Я тоже на это надеюсь. До встречи. Блин, сколько она мне всяких штук наговорила. Ладно, нихера. У вас тут что, тусовка какая-то? Вас уже пятеро. Они что-то замышляют, явно. Кстати, что у меня по листу 14 опыта, шикарно. По заданиям Голливуд. Ну ладно, времени от Фатели Хелбрук вы положили конец. Мне князь будет счастлив, как маленькая девочка, когда об этом узнает. Сначала давай, я предлагаю сбегать в Голливуд. Нет, давай сначала к князю все-таки сходим. Получим награду за это задание, потом получим следующее занятие. Потом сбегаем в Голливуд, проверим, можно уже плакат получить или нет. Потому что не может быть такое, что я плакат вообще не могу получить. Ну что это за приколы такие? Блять, опять этот длинный коридор затрахали. С этой наёбкой, когда я бегу, чтобы люк получить. А там забор, конечно. Угу. Ну где мне люк искать ближайший? Вот люк.
О, да, ты еще застрянь. Давайте вы оба тут застрянете. Сука, и стоят. Ты что, в обратную сторону собралась идти? Блять, на тебе вот так вот. На, давай, иди. Хули ты стал? Я уже даже NPC помогаю им ходить, чтобы, сука, они просто уже шли. Как так можно вообще? А где там Лакруа был? Так, во-первых, мне нужны мыши. Куда это вы забежали? Прям в угол. Сейчас давай по-бырому. Лакруа же в даунтауне был вроде, да? Но отель, конечно, что-то легенький был. С особняком, по-моему, мне посложнее было. Так, я помню, главная карта была, и от нее в левую сторону, если смотреть со стороны карты. Но это не та карта. Зашибись. А, вон та главная карта. Значит... Не, подожди, а где главная карта? За приколы, и то второстепенное. Что куда-то туда. Пиздец. Где дом Лакруа? А я же даже и не помню, что там. Да, надпись. Вот. Вот основная карта. И значит, тут это вот должен быть вход к Лакруа на F. Так, отлично. Теперь забегаем вот сюда. И поехали. Пхе. Этаж F даже, я бы сказал. А где я тут? Оборотень. Итак, шабаш. А с ними покончено. Очередное препятствие устранено. Из праха мы возродим новый порядок. И это в немалой мере твоя заслуга. Естественно. Ты слышала это? До этого тебе не удавалось окончательно избавиться от них. Так держать. Сможешь получить его работу. Мой неудержимый крестоносец. Мои победы в этом городе в немалой степени твоя заслуга. Я знаю. Ты делала то, что я просил, не задав ни вопросов, и делала на совесть. Прими это скромное свидетельство моей благодарности. Мы будем править этим городом бок о бок, ты и я. Чё-то я сомневаюсь. Что эти ебали подозрительные? Я думаю, он меня кинет в какой-то момент. Спасибо, я знаю, где ключ от саркофага. Ты нашла ключ? Где? У кого же он? Он у Жанг Минг Ажао. А еще она велела передать тебе, что союз отменяется. Союз? Князь Камарилья объединился с заморскими демонами? Какая нелепость! Разве ты не видишь, что это уловка? Они поведали тебе эту ложь. Эти невозможные и поразительные измышления, пытаясь пошатнуть твою верность и внести разлад в наши ряды. Ты был вынужден это сделать, чтобы верт взять над анархами. Трудно было принять такое решение. Но я сделал это лишь ради великого блага. Квейджин не интересовались моими планами. Но я сделал это, чтобы привести всех сородичей под крыло Камарильи. И я сделал это, чтобы, объединившись, мы могли совместно уничтожить Квейджин. Возможно, я бы поступил так же. С этого момента нет никакой кровавой охоты на Найнса Родригеза. Заговор Квейджин разоблачен. Они хотят, чтобы мы воевали друг с другом. Что ж, в таком случае я предлагаю союз с анархами. Вместе мы, сородичи, выгоним этих чужеземцев раз и навсегда. Ты действительно думаешь, что анархи тебе могут доверять? Это вопрос доверия. Это вопрос, кого они не любят сильнее, Камарилью или Квейджин. Квейджин убили их последнего лидера и угрожают всем нам. При таком раскладе они согласятся. И как ты собираешься добиться союза? Ступай поскорее в Барла Страунд. Скажи им, что Квейджин признались в убийстве Граута, и что кровавая охота на Найнса Родригеза официально отменяется. Скажи им, что я осознал, какую угрозу представляют Квейджин, и хочу обсудить соглашение. Ты станешь моим эмиссаром в деле союза, и естественно, ты будешь говорить от имени Камарильи. Так что тщательно выбирай слова. Ой, я случайно. А я начну готовиться к войне. Удача от твоего успеха сегодня зависит благополучие всех сородичей этого города. Только не это. Но все так получилось. Подожди.
Он говорит, что теперь будет какая-то там война. А это не финал уже будет? Ладно, фиг его знает. Но ты напиши, когда я после какой миссии я сделаю правильное сохранение, чтобы потом я мог несколько концовок открыть. Хорошо? Так, а я пока пойду и проверю. Но не может же быть такого, что я не могу эти плакаты дебильные получить. Как так? Я уже даже сюжет сколько выполнил. Так, подожди, а у меня сколько? 16 их, нормально. Last round, это мы еще сбегаем. Мне сейчас главное найти этот клубешник. Вулкан, как его? Гейзер. Везувий, его, Везувий. Сейчас посмотрим, если она до сих пор танцует, но это обидно, все, жопа. Значит, все, я больше ничего не смогу с ней сделать. Никак не добыть ее. В какую сторону? В ту? Да, вон, я вижу Везувий. А, кстати, я тут сейф не открыл. Потому что у меня не хватало взлома. Но я не уверен. Ну, в принципе, задания у меня же уже нет туда идти, правильно? Значит, нафиг мне этот сейф нужен. Тем более оружие у меня, походу, и так самые сильные, которые в этой игре есть, они у меня уже есть. Куда еще сильнее, правильно? Сильнее этих, ну, я сомневаюсь, что сильнее этих пушек, тем более, и этих вряд ли что-то есть тут. И особенно ближнего боя. Да, это все еще жопы свои трясет. Ну, может, есть хоть какой-нибудь шанс ее заманить как-нибудь, поговорить с ней. Мне плакат нужен. Нельзя так. Вообще никакого способа, да? Кстати, вот сюда запрыгнуть можно? Нет, туда я тоже не пройду. Так, тут тоже никак. Ну, мало ли, везде может быть. Тоже никак. Это не открывается, это не открывается. И тут все еще это сидит, пердит в воде. Нет. Значит, походу никак, да? Может, с какого-то определенного угла к ней подойти. Дай пройти. Нет, не получится. Ну, на этом, короче-то, да, все. Все ссылки в описании, напиши любой комментарий по собак, чтобы видео продвинулся. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все, скоро увидимся.